Через считанные минуты прозвучит самый первый звонок в новой школе номер 57 в микрорайоне Бузары. Школа готова принять 900 учеников. Двойной праздник, радуется директор школы. Мы давно этого ждали. Теперь новая школа и новая жизнь. Будем учиться, будем стараться. Школа у нас большая. Все, что нужно есть. Спасибо всем. Двойной праздник, открытие школы и начало учебного года. Школьники представили концертную программу. Поздравить с праздниками пришел и глава Шымкента. Самое главное, довольного родителей здесь, которые в свое время переехали из Узбекистана, в основном нашего района. Была высказана просьба пару лет назад. После открытия Ким обходит класс и знакомится со зданиями, площадками. Пожелание одно – учиться, учиться и еще раз учиться. А самые маленькие герои уже готовы к учебе. Настроение у первоклашек учебно-веселое. Впереди 11 лет. Мен солдат болған келет, үлкен болған кезінде. Ой, молодцы. Мектеп ұнай ма саған? Я. Қандай екен? Күшті. К слову, учебный год начался в 133 школах Шымкента. Обучаются 177 297 школьников. 22 тысячи из них первоклассники.